услышать снова. Валерия Карамышева из Пантелеймоновки Донецкой области потеряла слух, будучи еще младенцем. Дедушка, который покупал слуховые аппараты внучке, погиб от взрыва снаряда. Мать из-за военных действий осталась без работы. Больше всего 21-летняя Валерия мечтает снова услышать родных. Историю продолжит Татьяна Блинова. Возможность слышать Валерия потеряла в 10 месяцев после перенесенного менингита. До 7 лет девочка практически ничего не слышала. Пошла в специализированный класс. Первый слуховой аппарат ей подарил Ринат Ахметов. В первом классе уже ей Ринат Леонидович, он всем первоклассникам дарил аппараты. Все, у всех на партах лежали. Отец Валерии трагически погиб, когда малышке исполнилось 3. Заботу о ней взял на себя дедушка. Он покупал внучке слуховые аппараты. 2 года назад дедушка умер. В его дом попал снаряд. Дедушка, который покупал ей аппаратики слуховые, она с ним. Вот это все дедушка, который погиб. Слуховые аппараты Валерии уже год как исчерпали свой ресурс. Их срочно надо было заменить. Денег на новые у матери нет. Слуховые аппараты стоят десятки тысяч гривен. Нас поставили на очередь, но так как прекратилось все вот это, мы ездили специально в Киев, нам там отказали, потому что нету финансирования, нету аппаратов. И вот как-то случайно вот так вот подсказали, куда обращаться. Новый современный слуховой аппарат Валерии, как и когда-то, в первый раз подарил Ринат Ахметов. Девушка с матерью приехали за ними в Мариуполь. Включился? Работает. Чуть громче, нет? Оставить так. Что? Так оставить. Мать Леры не может сдержать радости. Благодаря помощи Рината Ахметова теперь ее ребенок хорошо слышит. Это он не то, что он говорит, он делает. Вот здесь говорят, они делают, это обещают. А это он вообще ничего не обещал, ничего не он взял и сделал. Диагноз Валерии – тугоухость 4-й степени. 5-я степень – это полная глухота. Без аппарата девушка может услышать лишь сильный крик. Это, например, какие-то рядом, там, не дай бог, артиллерийские разряды. Вот это то, что можно услышать без аппарата при таком слухе. Теперь Лера с мамой могут гулять и слышать все, что происходит вокруг. Что ты слышишь? Только ветер и машины, да? Летом у девушки свадьба. Уже 4 года она встречается с парнем из Ивано-Франковска. Роман – бронзовый призер чемпионата Европы по спортивному ориентированию. Парень полностью глухой. В детстве перенес то же заболевание, что и девушка. С Ромой познакомились где? Вконтакте, интернет. Жениться когда? Мы решили. Да. Мать уверена, ее дочь будет прекрасной невестой и хорошей женой. Будущей свекрови Валерия понравилась сразу. Так, наші молодята готуються до весілля. Для мене головне, щоб вони були щасливі. Коли щасливі мої діти, то щасливий я. Тетяна Блінова, Ростислав Сисоєв, Олександр Шмирьов, Даніил Кирєєв. События. Канал Україна.